Ученик 9-й школы Новочебоксарска стал жертвой неоднократных избиений со стороны своих же одноклассников. Проверки по этому факту начали сразу же 6 ведомств. Министр образования региона дал национальному телевидению Чувашии комментарий о предпринимаемых в этой ситуации мерах. Я не хотела писать, что это. Эти кадры сделала одноклассница мальчика. По словам его мамы, такие инциденты проходили уже несколько раз. Также говорит, что администрация школы вместо решения этой проблемы просто предлагает поменять учебное заведение. После последнего случая травли и избиения 13 сентября мама мальчика написала заявление в полицию. Проверку проводят МВД, Следственный комитет и прокуратура Чувашии. Сегодня сотрудники Министерства образования посетили школу, чтобы изучить все детали инцидента. Сегодня мы обозначили служебное расследование по этой ситуации. Выходят специалисты нашего министерства для того, чтобы установить все обстоятельства происшедшего. Кроме того, мы подключили службу медиации наших психологов для того, чтобы по этой ситуации отработать. Вообще ситуация конфликтная, агрессивная. Они, конечно же, недопустимы в наших образовательных учреждениях. Здесь особое отдельное внимание должны уделять ситуации психологи в школе, а управленцы непосредственно и директора, заместителя директора, ну и кроме того, классного руководителя.